Как отмечают 8 марта в разных странах мира? Привет! Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Puzzle English. Зима заканчивается, а вместе с ней приходит весна, которая встречает нас прекрасным праздником, особенным для многих женщин. А пока не забудьте подписаться на наш канал. Если не хотите пропускать новые выпуски Puzzle English, нажимайте на колокольчик под видео. Let's get started! Как вы уже поняли, мы будем говорить про 8 марта. International Women's Day, или Международный женский день, это день солидарности женщин в их борьбе за равные права. Women's rights. Can every day be International Women's Day? Or workers' rights, but not women's rights. It's... У этого праздника большая история, которая продолжается и в наше время. Nowadays. What the hell is it with kids nowadays? Но мы с вами историю трогать не будем, а обсудим, как сейчас женщины празднуют 8 марта. И начнем мы с России, где 8 марта – это национальный праздник, public holiday, то есть выходной день. Harvey Dent Day may not be our oldest public holiday, but we're here tonight because it's one of the most important. Мужчины на работе и в семейном кругу дарят женщинам разные подарки. Например, цветы. Flowers. Where'd you get them flowers? Тортики или сладости. Cakes or sweets. Небольшие подарки. Small presents. We want to give you this small present for your daughter. Открытки. Postcards. You mailed in my company a postcard a few weeks back. По традиции, у Puzzle English распродажа в честь праздника. Скидки более 50%. На нашем сайте собрано более 600 часов уроков, более 450 тысяч видео и аудиопримеров живого английского для развития понимания на слух. Первые две недели абсолютно бесплатно. Спешите на сайт, чтобы узнать подробности, а мы продолжаем. А как обстоят дела в других странах? В США, откуда изначально пришел этот праздник, 8 марта практически не отмечают. Forgive the A's if they're not celebrating just yet. Для нас это звучит необычно, правда? У американцев в этот день нет выходного, а дарить цветы или подарки женщинам не принято. В Европе и Великобритании 8 марта также не является выходным днем. Исключением, exception, стал Берлин. Your final record is flawless, with one exception. В основном, женщины выходят на мирные демонстрации, peaceful demonstrations, и протесты, protests. Todd, I would like you to give us a demonstration of a barbaric yacht. If I'm sent to jail, perhaps that is the best protest our country can make at this time. Или отправляются после рабочего дня в рестораны, чтобы отметить этот день и отдохнуть. Надеюсь, вам интересно было узнать, как проводят 8 марта в других странах. Уже знаете, как проведете этот день? Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем! И желаю счастливо провести праздничные дни. С вами была Юля, и это канал Puzzle English. Bye-bye!